Здесь нормальные, а здесь все изъедены. Я понимаю, что из протона в нейтрон можно... Ну, троненькая. Нет, ну так, оперативно это хорошо. Так, что, раньше-то это повесить на стекло, там, ну что я вам... Да, вот она. А сейчас он взял, пришел, микроскоп, там, что интересно. А есть свежая вот такая трубочка, так, чтобы можно было ее разбить и посмотреть? Ну, конечно. Ну, вот будет торца, погляди, с торца. Когда делается анализ, сравнивается все. Шайбу-то еще вы делали вот эту? А это силиконовая пробка, в химических магазинах можно купить. Правда? Ну, конечно. А сколько она температура вообще керамики? Александр, see here. Такая керамика плавится. Что? Mm-hmm. This is across the width. So this is the outside. Oh, look here. Сплошная, бурненькая, кристаллическая среда. Там это вот кусочек можно изучать бесконечности. There we go. Что, след? Какой след? Oh, I lost it now. Сколько там много следов. Да, да. А вот здесь вот. Ну, видно, что это очень непростое образование. Тут, ну, это налет, это вот то, что испаряется.